Домушника задержали благодаря бдительной ангарчанке. Молодая женщина заметила, как в соседнюю квартиру пытается проникнуть неизвестный мужчина. Она позвонила в дежурную часть, и на место выехала группа немедленного реагирования. В составе старшего сержанта Романа Щерба, старшины Дмитрия Бурцева и старшины Сергея Гончарова. Блокировав выход из дома, сотрудники полиции в указанной квартире задержали 42-летнего иркутянина. При себе у мужчины имелись металлические отмычки, переносная рация, а также похищенные из квартиры вещи и денежные средства. Сейчас задержанный проверяется на причастность к другим подобным преступлениям.